В эти минуты футбольный клуб «Уфа» проводит ответный матч в рамках 4-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Игра проходит на стадионе «Нефтяник». В соперниках у нашей команды именитый клуб «Глазго Рейнджерс» из Шотландии. На матче сейчас находится шеф-редактор телеканала РБК «Уфа» Кирилл Кукош. Кирилл, здравствуй, с тебя подробности. Анастасия, здравствуй. Ну вот матч буквально начался, идет 13-я минута, и порадовать мне вас к этой минуте нечем. Уфа проигрывает 1-0 три минуты назад. Глазго Рейнджерс забили ворот уфимцев мяч, и напомню, теперь нам нужно забивать три мяча, чтобы выходить в следующий раунд Лиги Европы. Уфа пока не получает закрепиться в первом минуте. Видно, что Уфа продолжает, что называется, сидеть в обороне. Повторяется картина того, что мы видели на игре на выезде. Отмечу, на стадионе «Нефтяник» сегодня практически аншлаг. По моим скромным подсчетам, около 14 тысяч зрителей уже пришли посмотреть на эту игру. И вот я вижу, продолжают зрители прибывать. Давайте послушаем, что говорят болельщики, какие ожидания у наших болельщиков. Шансы всегда 50 на 50, но я прежде всего жду некого изменения в поведении болельщиков. Я надеюсь, что сегодня трибуны поддержат команду так, как никогда. Может, попробовать какую-то кричалку совместно покричать или волну проделать, что-то в этом духе. Я вот этого сегодня жду. Ну, сегодня я точно знаю, что Белинову дали неделю отдохнуть, поэтому он будет свежий. И ряд игроков тоже самое. Сысуев выйдет на поле со свежими силами, и кое-кто еще. Облякову дали отдохнуть, он, видимо, в запасе. Потом выйдет на замену на усиление. То есть, в принципе, тренерский штаб знает, что делать, я на них рассчитываю. Да, если говорить о поддержке болельщиков сейчас, не знаю, слышите ли вы или нет, но зрители достаточно серьезно поддерживают нашу команду. Понятно, поддержка будет больше, если наши наконец-таки забьют. Мы очень ждем этого гола в ворота Глазго Рейнджерс. И кем бы ни был, конечно, Стивен Джерард, мы все знаем его предыдущие заслуги. Но надеемся, что Уфа встанет таки у него на пути и выйдет в следующий раунд Лиги Европы. Анастасия. Спасибо, Кирилл. Будем болеть за наших. Это был шеф-редактор телеканала РБК «Уфа» Кирилл Кукош. Он работает на ответном матче Лиги Европы между футбольным клубом «Уфа» и командой «Глазго Рейнджерс» из Шотландии. Напомню, в первом матче уфимские футболисты проиграли на выезде со счетом 1-0.